Продолжаем наше с вами выживание, а точнее путешествие. Так, мне тут написали в комментариях, что Арчи, у тебя, тебе вот это вот все, в принципе, с собой не нужно таскать, так что выложи, оставь здесь, оставь метку, а потом вернешься. Я так и сделал, как видите, повыбрасывал все лишнее. Так, что у нас здесь? Перья. Ну, перья я оставлю, я хочу потом делать стрелы себе из перьев. Дальше, что здесь? Этакий уголь. Да, я знаю, что у меня угля много на 3 килограмма, но я с вами, знаете, что хочу походить, просто пооткрывать всю карту. Сковородка тоже, типа, в принципе, мне тоже не нужна, пока мисс хватит одной кастрюльки. Давайте так и сделаем. Ремонтный комплект для починки я, наверное, оставлю. А все остальное, как вы видите, я выложил. Так что давайте выходим на уличку и походим по карте, пооткрываем ее. А потом уже отправимся с вами куда-то в другое место, я думаю. Опять же, мне написали, что в пепельном каньоне есть рюкзак. Это я знаю, я просто не знаю, как пройти в пепельный каньон конкретно с этой карты. Перевалу на юг. Я не знаю, что за перевал и зачем он нам нужен. Так что давайте походим, посмотрим, будем брать в руки вот эту вот штуку и потихонечку открывать карту там, где мы можем. Еда, вода у нас в принципе есть. Если не хватит, вернемся либо назад, ну, либо добудем. Так, давай вот сюда. И в этой серии чисто позарисовываем. Я же говорю, я хочу попасть в пепельный каньон, но для этого мне надо сначала на Волчью гору попасть. А как попасть на Волчью гору, а потом на пепельный каньон, я, честно, без понятия. Так, где мы? Угу. Транспорт, транспорт. А, вот мы где. Вот это вот мы. Так, ну здесь у нас просто пещера. Я отмечаю пещеры крестиком. Что такое? Гриб шитаки, еловая... Погоди, еловая, еловая. Вроде из нее мы можем с вами делать себе... Вот, мне нужно... А, это сухой молодой клен. А еловая, значит, нам не подходит. Ладно, ладно, я уже губу себе раскатал. Блин, жалко, что здесь нельзя сразу выбрать все 30 штук, чтобы не заходить постоянно в инвентарь. Да, у нас сейчас может быть здесь, конечно, перегруз с вами, так что... Не будем, думаю, пока им ничего собирать. Хотя грибочки, вроде они не так сильно много и занимают место в нашем инвентаре. Так что давайте пособираем грибочки. Еда у нас еще есть. Сковородку я оставил. Я просто без записи жарил там блинчики. А, да, все, что я еще сделал, пока я не записывал. Я сделал себе шапку из кролика, шубу из волка, штаны из оленя и варежки из зайчика. Мне, конечно, сейчас тепло, вы видите, что я вообще не получаю сейчас обморожения никакого. Но я потерял около... Сколько? 3, 5, 6. Почти 6 килограмм в весе потерял. А это мне не нравится, потому что я такой человек. Для меня, чем больше у меня лежит в рюкзачке, тем лучше я себя чувствую. Я даже в пабге на коряк беру 300 патрошков, так что... Так что как-то так. Так, ладно, давайте дальше двигаться. Давайте дальше двигаться. У нас пока мисс рассвет. Сможем все зарисовывать. Может, как раз найдем переход на Волчью гору. Может, и не найдем. Посмотрим. Да, кстати, сделал себе лук еще. Но у меня только 3 стрелы. Маловасенько, я знаю. Ну, что поделать. И с помощью одной стрелы удалось даже одного волка забаранить. Так, наверх, по-моему, я тут не подымусь никак. Никаким образом. Если не ошибаюсь. Так, давай зарисовывать. Угу. По-моему, да, наверх мы никак не поднимемся. Так что по поводу водички, давай просто чай выпьем, я знаю, что он холодный.
разводить пока миссию не буду, но у меня нету смысла из-за того, что вы сами видите, что я не теряю тепло. Я тепло одетый. Еще бы я еще хотел сделать себе штуку для переноса вещей. И плюс еще, наверное, спальник из медведя, чтобы мы могли с вами спокойно спать на улице. Так, давай. Или все-таки мы можем сюда подняться? Давай посмотрим. Раз там какие-то звуки есть, значит, можем туда идти, правильно я понимаю? Просто на Волчью гору, если я буду отправляться, опять же, мне нужен либо фаер, либо побольше факелов. Так, отлично, что здесь у нас кедровое? Шитаки, шейтаки, ёб твою. А вот и волк. А вот и волк. Так. А давай возьмем в руки вот эту вот штуку. А иди-ка ты сюда, зайчик. Бля, ты падла. Ага. Страшно, да? Не-не-не, парниша, я тебя сейчас забараню. Иди-ка ты сюда. Где ты? Я что, зря факел подпаливал? Иди сюда. Да-да-да, иди сюда. Давай. Давай. Давай-давай-давай, иди. Ну, быстрее. Давай, мой зайчик, давай-давай. Как раз мясо с тебя возьму. Себе покушать. Ах ты, падла! Стрелу мне поломал. Да, мы вроде его ранили. По идее, он за нами больше... Ага, я подняться не могу, да? А что, не так? А. По идее, он за нами лучше не должен больше идти. Давай посмотрим, где наш волк. И все, у меня одна стрела осталась. У меня одна стрела осталась. А нужно ли нам это мясо? Я думаю, нет. Давай пока мясо потушим. Уберем. Мясо, в принципе, нам пока не нужно. Мы с вами на блинах протянем. Недельки 2-3, это точно. Я хочу полностью зарисовать всю карту. И понять, где здесь переход. Да, кстати, делал силки для зайчиков. Оставил их здесь, по-моему, возле транспорта. Но так и не проверил. Так, ты кто? Ты кто, ты кто, ты кто? Давай смотреть. Здесь, по-моему, у нас, да? Чисто зайки будут находиться. Нужны ли нам зайки? Да, я думаю, давайте мясо возьмем. Ага, пещера. Но пещера меня не интересует. Пещера реально меня не интересует. О, как раз и от камней, да, поизбавляемся лишних. Ага, не попал. Ля ты, зайка. Ладно, ладно. Ну да, это тебе не с X8 стрелять, да? Так. Да что такое? Давайте договоримся, что вы смеяться сейчас в этот момент не будете. Из-за того, как я стреляю. Наконец-то. Так, до побачення. Ага, запах пошел. Ну, запах мне, в принципе, не страшен. Пусть лежит. Пусть лежит зайка. Где еще один? Хорошо. Все, пошло. Пошла жара. Так. Давай бросим.
И где-то должен быть еще один. Шкур у нас много с вами. Ага, вот еще один. Я же говорю, шкур у нас с вами много. Они мне, в принципе, пока месси не нужны. Все, что я хотел для себя сделал. Ля, как унесся. Ну ты все равно назад пойдешь, правильно я понимаю? Ага. Ага. Давай, 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 загоняй. Загоняй, падлу. Сейчас ты меня к своим братишкам отправишься. О, отлично. Все, шикарно. Давай, давай заберем. Что-то тяжеловато. Давай мы их сразу с вами разберем на мясо. А шкуры собирать мы не будем. Давай вот так. Соберем, давай руками, наверное. А шкуры здесь оставим с вами. Хорошо. Тут по полкилограмма соберем. Ну заодно, когда будем делать привал с вами. Когда будем делать с вами привал, пока мне сгреться там. Кипятить воду. Как раз и мясо пожарим, чтобы блины не тратить. Потому что с кроликов не очень сильно много выпадает всего. Так, назад. Кишки тоже собирать пока не буду. У меня их за по глазам. Так, есть. Я, конечно, мог бы бросить их просушиться здесь, но, по-моему, на улице оно не сушится. Так, и 200 грамм мяса. Не помню, вроде мы с вами находили рецепт бульона. Все, бросить, бросить назад. Ой, что-то я бросил не то. Что я бросил? Так, ага, не то бросил с вами. Дай мне бросить. Все, хорошо. Все равно, да? Много места. Ну ничего. Думаю, должны будем справиться. Тем более, сейчас мы понемножечку не туда. Понемножечку будем с вами избавляться от угля. А он как раз 3,5 килограмма у нас занимает в инвентаре. Ну и освободим себе место немножко. Так, здесь дорога, я смотрю, какая-то идет, да? А куда ты идешь? Так, и направо, и налево. Угу, машина. Давай зарисовывать. По-моему, если не ошибаюсь, где машина, это она идет к этому, к пещере, если вот так вправо обойти, да? Давай посмотрим, что у нас в пещерке. Че там, машине? По-моему, там дальше будет пещера, сюда, наверное, нету смысла идти, да? Все хорошо, отлично. Давай сразу занимаем. Что по поводу воды? 0,7 пить. У меня были где-то таблетки для очищения, но их, по-моему, оставил себе на нычке в схроне. Давай немножко пробежимся. Во, вот сюда. Берем в руки камушек. Идем. Вот в такие моменты, когда начинается вот такая вот музыка, я сразу начинаю паниковать из-за того, что я привык, что в играх, когда музыка, сразу начинается какой-то кипиш. Так, что это такое? Какой-то домик. Пошлите посмотрим. Так, а мы сюда заберемся. Снизу у нас тоже что-то есть, да? Окей, тратим. Угля много, на крайняк насобираем. Так. Все, есть что-то. Ага. Блин, хочу к домику, хочу вниз. Хочу к домику, хочу вниз. Давай, наверное, к домику сначала. Давай сначала к домику.
Посмотрим, мы сейчас там разведем костер, пожарим себе мясо, чтобы оно не до такой степени воняло. Так, хорошо. Так, давай возьмем, наверное, дрова. Сейчас здесь разведем костер, пожарим мясо. Наберем факелов, наверное. Так, разломать, да, наберем факелов и ночью продолжим путешествие. Хотя не вижу смысла ночью продолжать наше с вами путешествие из-за того, что я не смогу зарисовывать это все. Так что ладно, давай, иди сюда. Что это у нас здесь? О, собачий корм, отлично. Ножик еще один нашли. Заберу. Заберу. Давай разжечь. Топливо, топливо. Давай палочку попробуем. Все, разжечь огонь. Блин, а у меня, по-моему, точильного камня уже больше нету. Я не смогу наточить. Не, ну нож все равно заберем. Ну там, в принципе, думаю, немного места занимает в нашем инвентаре. Так что попробуем забрать. Так, хорошо, отлично. Добавить, добавить, добавить. 3 часа. И палочки тоже. Все, одну штуку оставим для... для розжига. Так, выбрать. Не, давай, наверное, по одному будем вот так вот делать и сразу нямать. Все, отлично. Блин, ну мне ж баночек столько не надо. Давайте в одну баночку здесь оставим на всякий пожарный. Согласным. Так, это забрать. Да, надо будет еще водички сейчас наделать. Хотя бы литр. Хотя бы литр водички. 3 часа есть. Хорошо. Забрать. А вот эти вот дрова мы заберем на следующий наш костер. Выбрать. Отлично, вода, котелок, литр. Литр надо сделать будет в любом случае. Так, забрать, вода, кипятить. Давай готовить. И сейчас эту как раз выпьем с вами. Да, отлично. Забрать ящик, разломать. Ага, вот и солнышко садится. Разломать. Может, здесь и заночуем? Как думаете? Давай, наверное, здесь мы, сколько здесь, еще час, сделаем вот так, подождем, пока мест наступит ночь. 7 часиков подождем с вами. В любом случае нам нужно, чтобы было светло. Ночью, к сожалению, мы зарисовывать не можем. А у меня план на эту серию как раз позарисовывать все. Так, все, отмена. Пора бы, нет, не то. Пора бы, наверное, вздремнуть бы, да? Так, спальный мешок, 10 часов спим. Да, плюс 4 градуса из-за того, что... у нас с вами, этот, как его, шуба из волка и оленьи штаны, так что отлично. Можем себе позволить. Все, поднять. И ждем до рассвета. Сейчас как раз заедим кроликами. Во. Давайте поедим кроликов, пока у нас с вами есть такая возможность. Блин, надо, наверное, знаете, что сделать? Давайте, наверное, может, приготовим собачью еду на костре, как думаете, либо или не. Хотя, ладно, давайте ее так съедим. Все, еды у нас больше нету, у нас чисто блины остались. Так что реально нужно куда-то двигать. Давай еще
два часика подождем. Все, отлично. Мы ж можем, да, зарисовывать, правильно я понимаю? Да. Можем. Мы, конечно, теряем сейчас с вами тепло, но я думаю, солнце встанет, будет лучше. Так, ты кто? Ты никто. Древесина нужна. Нужна по-любому. Идемте дальше. В эту вот сторону. Да, конечно, было проще на стриме вас это все спрашивать. В какую сторону мне идти, но... Пока, увы, наверное, стримов по этой игре не будет. Чисто вот в записи. Мне нужно реально походить, побродить, повыживать. Понять эти карты. А потом уже можно и на сложных уровнях это делать. Так, заброшенный домик. Хорошо, мы с вами прошли. Теперь вопрос. Идти прямо, либо идти налево? Потому что здесь подъем какой-то... А блин, и когда у меня закончится, мне нужно будет ловить зайчиков. Потому что больше еды как таковой у меня нету. Я ее все потратил, когда ждал, пока просохнет кожа. Потом надо было ждать, пока месь оно все сделается. Потому что на это тоже есть время. На это все тоже время тратится. Так, какая пасмурная погода. Но главное, что мы можем зарисовывать. Так, ну дорога идет куда-то. Дорога куда-то идет. Ну раз дорога идет, значит мы идем, правильно? Знаете, что я забыл сделать? Тут можно делать вот эти вот огненные. Вот эти вот закаленные в огне. Палка нужна и огонь. Надо будет, наверное, наделать. И как раз может этот потратить 77. Не знаю, чтобы 10 таких стрел наделать. Тогда что мы делаем? Правильно. Идем сюда, зарисовываем. Собираем палочки. И попробуем наделать стрел. Погоди, ты кто? Это олень, да? И пещера какая-то, ля. 95, давай, наверное, 0,5. Шкуру опять же мы брать с вами не будем. Мне шкура не нужна. Реально, шкура мне не нужна. Пусть на всякий пожарный будет мясо. Ну и тоже, получить 1,5 килограмма мяса с оленя, ну я не знаю, но если бы я нашел бы в реальной жизни бы такого оленя, но мне бы... Ну на месяц бы точно хватило, по чуть-чуть, по кусочку, помаленьку, тем более, когда на улице минус 30, он бы у меня месяц бы на улице и хранился. Да-да-да, я понял, воняет. Воняет. Так, а ты кто? Давай посмотрим. Ты кто? А ты просто пещера, да? Просто пустая пещера. Ладно, ладно. Давай тушим. Берем в руки эту штуку и зарисуем. Теперь мы будем знать, что у нас тут пещерка. Ладно, вонь у нас на две. Все равно, в любом случае, движемся вперед. Перо заберем. Единственная проблемка, это то, что я не нашел еще ни одной куропатки здесь. На этой локации. Либо их здесь нету, от слова, совсем. Или я плохо ищу. Так, палочки, палочки, палочки мне нужны. Так, иди сюда. Дай. Давай. И ты тоже иди сюда.
Так, отлично. Так, а ну, кто разбирается? Вот я нашел, смотри. Вот у меня есть переход к перевалу Смотрителя. Этот переход идет на Волчью гору, либо на Черный камень. По-моему, на Черный камень, да? А где тут находится переход на Волчью гору? Может, я как раз здесь и отправлюсь? Если я сейчас найду переход на Волчью гору, конкретно на этой локации, в этой серии, то можешь не писать, куда мне идти. Если нет, то мне влево, либо вправо. Ну так, смотри, если я нажимаю на паузу, да? Вот влево, смотри, у меня есть перевал Смотрителя. А мне либо влево, вправо, вниз, вверх. Где тут есть переходы? Это опять же, если я сейчас не найду здесь перехода. Так, давайте, знаете, что сделаем? Разведем. О, а я слышу куропаток. Слышите? Мне ж не показалось. Нет, мне не показалось, ребят. Бросить, бросить, бросить. И дрова тоже. Да. Ёб твою. Зажечь? Ты кто? Тут где-то волк что-то сделал, да? Волк кому-то пусть сделал. А где волк? Хер его знает. Ну вот следы были. Ладно, во, а вот и куропатка. А вот и куропатка, ребят. Ты что, услышал? Да ну не прикалывайся, ты... Алло. Мне пух нужен с вас. Ладно, ладно, идемте, значит... Нажарить мясо. Может, подождем, может, они прилетят? Как думаете? Ну, я надеюсь, что они прилетят. Так, давай с помощью факела разведем. Пожарим мясо, подождем, может, реально куропатки прилетят. Во-первых, мне еда нужна, а во-вторых, я хочу сделать себе этот, как его... Штуку из пуха перепелок. Потом покажу, какую. Не помню, как она называется. Что-то там утепленное, кого-то чего-то. Ну, чтоб точно уже и минус 65 не замерзнуть. Так, отлично. Так, полежи немножко. Так, костер, добавить топливо. Все, 2 часа нам же хватит. Я надеюсь, что это чай. Давай чай поставим. Давай разложим мясо, пожарим. Выпиваем. О, и пошло согревание. Блин, куропатки, вернитесь, пожалуйста. Я вас прошу. Так, пока мы съесть не будем. Так, 2 часа подождать. Забрать. Так, разложить. Баночку тоже здесь оставим. Мне нужно с вами заняться стрелами. Во. Мастерить. Закаленная 95-77. Давай 6 штук начнем делать. Не знаю, нормальные эти стрелы будут, ненормальные. Сможем ли хоть кого-то мы забаранить с вами? Ну, посмотрим. Что у нас тут в инвентаре? Дай посмотрим. Угу, действие собрать. Ну, давай соберем.
стрелу, по-моему, да? Чё-то как его, наконечник сможем забрать. Так, 6 штук. Так, примитивная стрела, закаленная в огне. Хрупкая, но зато ее просто изготовить. Эффективная только против мелкой добычи. А, то есть мы можем зайчиков, да, с вами лупашить. Хорошо. Так, разложить. Хотя давай мы с тобой готовить. Вот это вот готовить. Подождать, забрать, готовить. Наделаемся чаю. Мало ли вода закончится. Будем чаек потом с вами сербать. Так, 32 минутки. Еще нормально. Готовить. Шикарно. Все. Берем факел. Потом разломаем. Из него палочка одна будет. И идемте дальше. Блин, гребаная куропатка. Гребаный волк. Это все из-за него, понимаешь? Если бы не этот волк, бы я... даже бы не брал бы в руки факел. А знаете, давайте что сделаем? Возьмем баллончик с вами и пометим, что у нас здесь куропатки есть, а? Как вам идейка? Так, идти в обход, опасность. Ага, смотрим на разведение огня, аптечка, еда, напитки. Вот. Сейчас мы с вами пробежим сюда. По идее, они у нас сюда должны будут прилететь. Так что будем знать, что здесь у нас они будут останавливаться, если что. Все, отлично. Побежали. Давайте, наверное, вперед куда-то туда пройдем. Пособираем как раз с вами палочки. Может, дрова найдем. Тачку вижу, да, впереди? Угу. Дерево. Что я хотел? Здесь руки уголь, чтобы не забывать это все делать. Так, давай, наверное, разломаем, да? Да. Пусть 3 штучки, но все-таки будет. На всякий пожарный. Иди сюда. Все, стопы. А это волк или это олень? Кто это? Так, кто ты? Кедровая ведь, кедровая ведь. Ага. Там кто-то вдалеке был. Так, а ну впусти меня. Ну пожалуйста, ну впусти. Ладно. Не больно уж и хотелось. А как мне стрелы менять, мне интересно? Так, сменить. Ага, вот, понял. Интересно, я смогу с помощью обычной маленькой стрелы попасть в оленя, либо не? На таком вот расстоянии. Ну, наверное, навряд ли, да? Давай просто попробуем. А что такое? А, я только стоя могу. Ладно. Ладно. Если что, вы этого не видели. Так, все. Обыскать труп. О, точильный камень. Точильный камень, это хорошо. Да, ломик я тоже с собой забрал. Мне, честно, перчатки вроде не нужны. Ну ладно. Потом разберем. И шапка вроде бы тоже. Как мне шапку забрать? Алло, игра, отдай шапку. Прикинь? Не хочет отдавать шапку. Моя? Мне все нужно. Так, консервный нож. Погоди, что у меня по поводу пилы? 95%? Не, брать пока мест не буду. Да, еду возьму, нож пока мест брать не буду. Газета мне точно не нужна. О,
О, а fire это как раз то, что доктор прописал. Так, багажник. Таблетки. Опять же, все таблетки я был оставил в доме. Патрошек. Хлопья, да? Либо крекеры, либо хлопья. Ага. Давай смотреть по поводу одежды. 08. Заморожено. Ну, если я не ошибаюсь, то вот эта вот шапка у нас будет потеплее. Потом она размернется. Действие. Собрать ткань. Давай ткань соберем. По-моему, если не ошибаюсь, то шапка реально будет теплее. Что мы делаем дальше? Одежда. Действие. Собрать кожу. Да, надо будет следить еще за варежками. 100%. 199. Действие. Ремонт шкуры. Но я думаю, пока мясо не нужно, это все нам. Не будем переживать. Действие собрать. Все, отлично, пошлите дальше. Перышко надо. Надо будет стрел наделать. Но будем с помощью стрел с вами этот, как его, на зайчиков охотиться. Может даже на куропаток посмотрим. Так, отлично. По-моему, я иду не в ту сторону, да? Хотя ладно, давай пройдем к горе немножко, посмотрим. Что у нас тут? Тупик, не тупик? Да, вроде тупик. Ага, ребят, а я знаю, где я. А я знаю, где я, не поверите. Я, если чуть вперед туда пройду, здесь будет самолет упавший, да? По-моему, да, если не ошибаюсь. По-моему, там будет самолет упавший. И этот, как его... Там мы с вами начинаем на уровне страдания. Да, вот туда проходишь, наверх. Там озеро будет, домик. Отлично, давайте сходим к самолету. Хотя нужно ли нам идти к самолету? Так, вот здесь должны быть куропатки, насколько я помню. Здесь должны быть куропатки. Нужны нам березки? Да, березки нам нужны. Во-первых, для стрел. А во-вторых, для стрел. А здесь где-то должны быть куропатки. Все, здесь я чуть-чуть уже ориентируюсь. И то немного, но... Что-то есть. Отлично. А здесь раньше куропатки у меня были. А сейчас нету. Ну ладно. Я думаю, знаете, что можно будет? Сходить до самолета сейчас туда. Потом подняться наверх и в том домике уже... В том домике уже с вами отдохнуть. Давай заберем. Блин, шапка нужна? Вроде не. Давай, наверное, мы знаем, как сделаем. Сделаем вот так вот. Бросить все. 5 штучек. Перевес сверной есть, да? А откуда перевес? Сколько? 35.09. Кожа, да? Бросить. Там, сходим к самолетам. Может, как раз тут куропатки появятся. Залутаем самолет. Не знаю, может, там вещи какие-то получше попадутся, чем у нас есть. Как раз на ткани ее переделаем. Так, зайку вижу. Давай попробуем зайку с помощью вот такой вот... Ну...
Алло, игра. А что не так? Я еще не везде могу тетиву натягивать. Почему не натягивается? А что за бред? Конечно, что лук замерз у тебя. Ага. Ладно. Ладно, мне нужно. Мне нужно еще потренироваться. Ладно. Ладно. Ага, она сломалась. И что? Падла. Стой. Ой, иди ты знаешь куда, зайка. Со своими стрелами огненными. Какое бесполезное. Какая хрень какая-то бесполезная, да, я смотрю. Во. Падла. Не, это вообще не вариант. Лучше, я думаю, лучше охотиться камнями. Ну ладно. Так, не сюда. Иди-ка ты сюда. Все. Дом достали библиотеки. Не. Нормальные стрелы мы тратить с тобой не будем. О, пошлите к самолетам, я потом пошли тем к домику. Блин, я с этими зайками забыл вот так сделать. О. Реально, с этими зайками забыл вот так сделать. Блин, дров столько здесь лежит. Не, я все равно хочу дойти до домика. Хочу донести туда эти какие березовые палки. Нужно будет как-то так переносить это все. Тем более возле домика, я знаю, там волки будут. Нужно быть тоже аккуратнее. Так, давай зарисуем. Во, теперь я хоть немножко ориентируюсь на местности, потому что это вообще было забей. Так, что нас тут ждет? Интересное. Сходим сначала к тому домику, а потом, возможно, спустимся сюда вниз. Я знаю, что там где-то тушка оленя лежит одного. Может, его как раз и залутаем. Во, ботиночки. Лекарства, это тоже повыбрасываем потом все. Сейчас посмотрим, что мы оставим, что мы выбросим с вами. Так, ничего нету, да? Так, кроссовки, хорошо. Давай смотреть. Так, свитер 1.9, 0.2. Ну, 1.9 лучше, правильно я понимаю? Так, я даже не знаю. Давайте, наверное, это все мы поставляем здесь. Нам столько всего здесь и не нужно. Ботинки давай в инвентарь, да? Кроссовки. Кроссовки. Мы просто здесь запомним, что у нас здесь это все есть с вами.
Так, хоккейный свитер. Дай посмотреть. 1 градус, 0,9, 0,3. 1,4, 0,9, 0,3. Не, смысла даже и не вижу его. Оставляю здесь вот так. И вот так, да? Все, вроде же правильно. Запах, откуда у меня запах? Что у меня такого? А, у меня сырое мясо. Понял, 35 и 14. Давай вот это вот съедим. Давай вот это вот съедим. Здесь, наверное, мы... Давайте здесь мы, наверное, просто с вами зарисуем. Лута здесь пока мест ничего с вами не будем. Ну, серьезно, мне оно пока мест ничего не надо. А потом можно будет спуститься вон туда и вниз куда-то пойти. Пошлите сейчас сходим к домику. Сходим сейчас к домику с вами. Там сохранимся. Переночуем. И как раз уже в следующей серии с вами пойдем дальше исследовать. Либо сюда вернемся, либо тут... Ёб твою... Ага, ага. Ага. Если не ошибаюсь, по-моему, с помощью... По-моему, с помощью... Где ты, ёб твою, я... Вот этой вот штуки можно его испугать, да? А, не, нельзя. Ёбаный... Не-не-не-не-не-не-не-не, ты чего? Мишка, Мишка. А, то есть флайер на тебя вообще, да? Че этот? Еб твою. Почему ты не испугался? Так. Ага. Он пошел отсюда. Говорю, пошел отсюда, я тебе говорю. Подняться не можешь, да? А-а, ага, вот это тебе а-а. Лови. Падла. А-а. А ты думал? Это что, тебе шутки будут, а? Блин, а сколько ж мяса можно с него получить, ребят? Только мне нужно дождаться, пока мясо он надкиснет, наверное. Во-во-во. Так, тихонечко. Не помню, по-моему, флайер помогает от медведей. Если не ошибаюсь. Да вроде бы как бы. Так, а кровь пошла ж с него, правильно? Или не пошла? Просто сколько нам с вами надо будет ждать, пока месяц он откиснет? И где он? Не понял, где медведь? Алло, Мишка, стрелу верни хотя бы. Хотя бы реально стрелу верни. Так, взять. Собрать. Давай. Собираем. Назад. Ой, ёб твою. Ага. Ёб твою. Все. Да побачили. Ля, ты Мишка, ну ты ж не должен был так делать. Жесть. Ага, ага. Ага. Потеря крови, хорошо, риск заражения. Так, погоди. Мясо отдай.
Это тоже мне отдай. Стой, погоди. Надо выкинуть вот это вот. Может, мы пойдем отсюда, как думаете? Может, реально пойдем отсюда, не будем шутить с Мишкой. У нас же есть таблетки. Вот эта вот, да, штука? Или какая, блин, вот это вот использовать? Это средство не помогло. Ладно. Гребаный Потапыч. Так, надеюсь, он сюда сейчас не придет. Погоди. Погоди, погоди, давай. Что это? Антибиотики использовать. А это не работает. Крафт, повязка. Начать делать. Да, я теряю ХП. Использовать. Хорошо, использовать. По-моему, если не ошибаюсь, мне нужно мох или эту штуку. Угу, понял, но у меня нету ни того, ни другого. К сожалению, у меня нету ни того, ни другого, ребят. Ни моха, ни ёбаный. Почему эта штука не работает? Ага, а тебя еще больше, да, это злит, я смотрю. Я смотрю, тебя еще больше это злит. Все. Иди сюда. Падла. Попался? Блин, мне нужно, не знаю, что мне нужно. 26 килограмм мяса, а сколько я буду это собирать с вами? Так. Отлично, давайте, наверное, все собирать. Все 26 килограмм. Мы ж не можем их тут оставить, правильно? Мы ж реально не можем здесь оставить. Но мха у меня нету с собой, ни мха, ни более утоляющего нету. Так как я все оставил у себя дома. Ну, на этом, как его. На той базе. Блин, ну тут и волки ходят. В чем проблема, здесь и волки ходят. Но я 26 килограмм мяса здесь не оставлю, вы как хотите. Я лучше отнесу его наверх потом. Да, я буду бегать, конечно, очень долго и нудно, но я лучше его реально перенесу. Потихонечку, помаленечку. Шкуру надо будет еще взять. Кишки тоже. Нужно все забирать по возможности. Так, мясо, давай. Давай, наверное, по килограмму, да, будем собирать. Либо по полтора. Давай по полтора. Потому что по полкилограмма явно будем этим заниматься всю ночь напролет. Просто я сейчас соберу все мясо. Отнесу к горке слева, там его сброшу, поднимусь наверх с тем, что смогу, выложу на горке, потом спущусь вниз, заберу остатки. Ну и так буду туда-сюда переносить, пока мы в домик с вами не перейдем. Так, дай выпить эту штуку. Угу, вообще не могу двигаться, да? И волки здесь. Так, нужно... А если я 20 килограмм мяса сразу попробую взять, получится? Или не получится? Ага.
Во, собрать. 15 кг. Блять, я замерзаю. Я реально замерзаю. Так, по-моему, спички есть. Да, давай, разжигаем. По-моему, реально спички у нас с вами, ёб твою, не вышло. Насколько я помню, я, если я сейчас брошу медведя, он исчезнет. Потому что я помню, переночевал, когда первого медведя завалил. Я переночевал, и он у меня исчез. Ага. Добавить палка. Уголь пока не трогать не буду. Заморожено. Давай по 2 килограмма собираем. Или мне хватит этого не жадничать? Так, Артур, не жадничай. У тебя реально много мяса, тебе столько не надо. Так, разделка туш. Все, тебе столько не надо, и пошли. Сейчас главное здесь на волка не напороться. Да, согласен, нужно набрать больше здесь факелов. Главное, на волка сейчас здесь не напороться. Тушить. Забрать. Тушить. Забрать. Тушить. Сейчас еще чуть-чуть. И вот это вот все. Пошли тем. Если волк сейчас и попробует напасть, попробуем его палочкой мэкнуть. Я бы с радостью сейчас пожарил бы здесь все мясо, но у меня дров нету. А уголь, насколько я знаю, уголь нам может пригодиться с вами в этом, как его, в штуке, в которой мы будем делать горноч, или как она называется. Где мы будем с вами ловить металл, либо что-то создавать, насколько я знаю. Не уверен, как скоро оно нам пригодится, но... Посмотрим. Ага. Сышь, да, когда страшно, я смотрю. Правильно, бойся назвать меня по имени. Я только что медведя завалил. Сейчас реально только что медведя завалил. Думаешь, я с тобой не справлюсь? Думаешь, падла, я с тобой не справлюсь, а? Парни, не можете вы отсюда ливнуть? Пожалуйста, можете ли вы отсюда ливнуть? Так, интересно, я смогу сделать вот так. Так, кедровая ветвь. Блин. Вот там есть домик. Вместе с этим, как его, с камином. Давайте, наверное, туда подойдем. И сейчас вот здесь все и пожарим с вами. Не отходя далеко от кассы, потому что реально я дальше не уйду. Вот в этом домике, по-моему, есть. Так, дай сюда. Пусто. Вот, дрова, отлично. Ага. Так, его дрова. Давай здесь бросим факел. Ага, они оленя завалили, да? Все, отлично. Дай мне сюда.
А где? А, у меня нету, да? Ладно. Попробуем так развести. Палочек у нас, к сожалению, нету. Сейчас здесь пожарим все мясо, ребят. Блин, еще одна кастрюлька. Нет, Арчи, не трогай эту кастрюльку, она тебе не надо. Не вышло. Разжечь. Ну, спички из третьей, из пятой, по идее, должно получиться. Ну, я надеюсь, конечно. Так, шикарно. Добавить. Разрушено. Добавить. 5 часов. Так, давай смотреть, разложить. Давай, выбрать. Разложить. Выбрать. 37. Давайте посмотрим, может мы там сможем с вами еще добавить дров себе. 37 минуточек у нас есть. Что я делаю? Я здесь бросаю шкуру медведя. Где наша шкура медведя? Вот, бросить. Бросаю, пока есть полено, бросить все. И кишки бросить все. Во, все. Давайте посмотрим по поводу дров. Вот. Сколько? Час 30. Не, сильно долго. Мы не успеем. Так, подождать. Забрать. Сколько здесь? 5 часов. Хорошо. Час 30, 5 часов. Отлично. Разломать. Так, стой. Зажечь. Я так далеко не уйду. А ты что хотел? Кому сейчас легко? А кому сейчас легко? Блин, а фальшфер его не испугает? Испугал, да? Отлично. Секунд. Так, ладно. 37 минут. Пшел отсюда. Собака дикая. Так, давайте, наверное, мы знаете, как поступим. И все остальное мясо тоже здесь, наверное, с вами скинем. Бросить. Ой. Блин, шкуру. Давай шкуру. Шкуру, наверное, сюда. Ага, я теперь не вижу, где я. О, вижу. Так, факел взять. Мясо, наверное, вот сюда скинем сырое. Так, бросить, есть. Полкилограмма пить. Есть. Так, бросить. Не знаю, если волки не съедят, потом сюда вернемся. Да, отлично. Подождать. Отлично, готовить. Так, выбрать. Ага. Дай мне медвежатинку. Выбрать 37, час 13. Подождать. Забрать. Сколько осталось? 8 часов. Да, давайте, наверное, мы с вами сходим. Посмотрим, может там Мишка у нас еще сохранился. Как думаете? Ну, чтобы полностью его всего залутать. Блин, а что у меня по поводу перевеса? Что у меня так много?
Из-за чего хочу до утра подождать, чтобы здесь зарисовать все. Подняться уже наверх. Хотя мы спать хотим. Ладно, давайте сбегаем, посмотрим. Где-то тут должен быть Мишка. Не, Гарчи, назад. Все, сори, я просто реально, я чересчур жадный. Найдем еще потом и медведя. Найдем потом с тобой все еще, что нужно. Я думаю, нужно сначала сейчас будет забрать... Давайте заберем шкуру наверх, поднимем. Заберем березки. Поднимем его туда наверх. Потом положим шкуру медведя просыхать. У нас вроде где-то в домике еще одна есть. Так, что по поводу создать... Погоди, что-то я не так встал. Что нам нужно будет с вами, чтобы создать спальный мешок из медведя? Где ты? Утепленная покладка, волчья. Тут вроде где-то спальный мешок можно было делать. Так, кто там хода, я не сплю. Ага. Не знаю, кто из нас больше боится, я их, либо они меня. Так, ладно. Давай еще. Мне надо что-то оставить. Нет. Ты будешь все нести. Так, выбрать. Выбрать. 37, 37, 7 часов. Угу. Ну, 7 часов, ну давай поспим. Давай поспим 7 часов. Всё. Сейчас мы только пожарим. Пожарим все. 7 часов можно поспать, я думаю. Заодно сохранимся, и я думаю, давайте уже, наверное, в следующей серии мы с вами поднимемся наверх. Спальный мешок, да. Давайте, наверное, в следующей серии мы уже наверх с вами поднимемся. Нам нужно будет вот сюда. И там уже продолжим. Я попробую. Я же смогу унести, да? Ага, мне еще 3 часа даже осталось. Я смогу взять с собой березки? Так, а ну. Все, кишки мы сбросим. Хотя кишки вроде тоже нужны будут. А я смогу с тобой со всем этим подняться наверх? Либо нет, либо мне придется это делать по 200 тысяч раз. Ну, как думаете? Похоже, придется что-то бросить. А ну? Рюкзак слишком тяжелый. Хорошо. Бросить. Оно сырое. Это не за мной случайно? Да, за мной, да. Давай тогда меня самое поскидываем. Ты что, падла? Получить хочешь? Очковая кобра. Бросить. Можем подняться? Угу. Бросить все. Ладно, но других вариантов нету. Значит, что мы будем делать? Давай бросим. Бросить. Бросить. Освободим немножко места себе бросить. О, сейчас поднимем сюда шкуру медведя. Поскидываем все остальное. Потому что по-другому никак бы мы не поднялись. Так, давай сюда все скинем на видное место. Бросить, бросить. Бросить, бросить все.
Бросить шкуру. Отлично. Бросить. Все. По поводу веса. 30 из 30. Давай, наверное, еду тоже, да, сюда. В эту же топку. Все, отлично. По поводу веса. 23. Все, по идее, должно нам будет хватить этого всего. А запрячь, пожалуйста. Спасибо. По идее, должно хватить нам этого. Что-то мне не нравится. Твоя. Прекращай. Все, прекращай. Дай хотя бы еще чуть-чуть. Хотя бы еще чуть мяса с собой взять. А ну! Шел отсюда! Я тебе сказал. Сказал, пошел отсюда. Успеем собрать, как думаете? Знать, как со мной шутить. Божечки. Не судьба, да, все забрать? Угу. Одежда. Чего? А, это ж меня медведь порвал, да? Это ж меня медведь порвал, ребят. Бросить. Шел отсюда, я сказал. Да. Ну, хоть это, да? Бросить. И шапочку бросить. И штаники бросить, вот. Действие, ремонт, высушенная кожа. Один наша высушенная кожа наверху была? Или здесь осталось, не помните? Не, здесь вроде ничего не осталось. Здесь вроде ничего не осталось. Так. Иди сюда. Ладно, подлезли наверх. И нужно будет сейчас с вами сделать потом еще одну ходку, забрать наши вещи. Блин, а я, да? Я не успею это сделать. Я упаду? Пожалуйста, только не упади. Только не упади, я тебя прошу. Да, я знаю, тяжело, но кому сейчас легко? Блин, мы спать хотим. Угу. Ладно, мы поднялись. Это уже неплохо. Так, мне нужно отдохнуть, я это понимаю. Есть. Так, бросить. 27, да? Килограмм, говоришь. Шляй сюда. Ладно, давай хотя бы. По ощущениям минус 16, ну да. Это что такое? Что это такое было? Ага, не. Мне нужно подождать будет часик. Надо будет часик подождать, да? Желательно поспать, блять, минус 16. Ну, ладно.
нам разжечь. Но других вариантов нету. Сейчас придется хотя бы часик поспать, чтобы чуть-чуть восстановить нам этот, как его, выносливость. Ага, это не работает. Это так не работает, вот тебе нож, да? Как в песне. Так, хорошо. Просто по-другому я никак не заберу свою одежду. Так, блять, уголь. Ладно, давай. Давай уголь добавим один, ребят. Ну, сколько я могу поспать? 7 часов. Спим. Отлично. Пить хочу. Выпить. Все, теперь мы точно спустимся. Только сделаем вот так вот. Обшляй отсюда. Полезли. Так, стопы. Ступ, хорошо. Сказал, пшел отсюда, падла. Не беси меня. Аре, иди отсюда. Так, а как мне теперь? О, вниз. Я вам сейчас забрать одежду и уйти отсюда, и все. Потому что я замерзаю. Дай, дай варежку, пожалуйста, дай шапочку. Все. Донде стала библиотека. Все, полезли. Отлично, ребят, мы справились. Хорошо. Это было, конечно, на тоненького. На нас и медведь нападал, и волки. И уголь мы зря потратили, наверное, да, один. Так, все. Давай мы с тобой оденемся. Инфекция, чай желтенький. А у меня вроде есть чай желтенький. Если я не ошибаюсь, вроде желтенький чай у нас где-то был. Только погоди, да я оденусь. Так, носить 40%, носить. Ага, ничего другого у меня и нету, да? 82. Действие, ремонт. А мне нужен кролик. Нужен кролик, это мне гребаный шитот. Ладно, давай собирать. Гребаный медведь нам все испортил. Весь кайф. А не помню, где у нас кожа была. Не помните? И где у нас гребаный чай был? Вот, ткань. Кожа. О, давай вот эту штуку выпьем. Все, вроде нормально, да? Инфекция. Или ненормально? Ну? Короче, все съедим. Это тоже пить. Либо я горячий надо пить. Не знаю. Так, давай. Действие, ремонт. Ремонтируем все, что можем. Ремонт. Набор разрушен. Насколько мы отремонтировали? На 64%. Так, поднять.
Палки до сюда. Все. Дай сюда. Это мы тоже заберем. Хотя впереди нас будут волки ждать, но ничего страшного. Так, нужно будет с вами найти как-то шкуры. Ага, у меня два факела всего. Пока мы зажигать не буду, пока мы с темноте пройдем. Да-да-да, я знаю, слишком тяжело. Нужно будет найти с вами шкуры, ребят. Чтобы починить нашу одежду. Тут, в принципе, до домика недалеко. Реально, в принципе, до домика тут недалеко. Но такими темпами, как мы идем, это будет очень долго и нудно. И опять же, я здесь ничего не зарисовал. Ну ладно. Потом уже как-то в другой раз. Сейчас дойдем до домика. Сохранимся. И в следующей серии уже будем разбираться со всем остальным. Потому что если я сейчас выйду, я не сохранюсь. К сожалению, здесь можно сохраняться чисто через спальный мешок. Блин, мы спать хотим, мы замерзаем. А мы замерзаем из-за того, что нам волки порвали, чей-то медведь порвал всю нашу одежду. Падла. Покинуть, вот, покидаем. И вот тут нам нужно будет протянуть совсем чуть-чуть вперед. Не то. Вот так вот. Я не хочу просто реально бегать потом туда-сюда по 200 раз. Я мог бы половину здесь оставить, пробежать, но уже нужно дойти будет. И не парить себе мозг, правильно? Сейчас тут за горкой прямо, и там домик будет. Ну, раз мы перегружены, давай еще чуть-чуть себе перегрузим. Блин, а ночь только началась, и запах у нас ужасный, а там волки будут. Вот из-за чего я сейчас факел не зажигаю, потому что мне осталось их два штуки, к сожалению. И не хочется потратить их впустую. Так, пробежали. Да, дров тут куча, тут можно будет побегать, полутать потом. Может, мы даже пару дней тут и останемся. Не, я знаю, что здесь... Люди в одних трусах выживают, что мне вот этих вот варежек и перчаток должно хватить 40% надолго. И поймать зайчика это не проблема. Так, что мы выпить можем? А мне больше одна штука осталась, ладно. Все, хорошо. Пробежали. Надо было тогда кофе с нами, с вами не тратить, реально. Надо было кофе тогда не тратить. Чтоб очень помогло. Жалко, нету северного сияния. Было прикольно. Не так темно бы было. Так, отлично. Дрова. Разломать. А вот и северное сияние. Угу. Так устал, думать вообще не могу ни о чем. Хорошо. Ну реально, буквально 20 метров пройти.
Реально пройти 20 метров. Это я собираю на крайняк, если мы не успеем дойти, нужно будет переночевать. Но я хочу уже в доме переночевать. Блин, нам одежду порвали. Можешь все-таки вернуться к самолету? Как думаете? Пособирать всю одежду и вернуться сюда? И здесь сделать себе перевалочный пункт? Вот тут сейчас за холмом еще пару метров, и мы с вами добрались. Да, бежать мы не можем. Так, топаем. И не переиграть, понимаешь? Вот этого медведя реально не переиграть. Я столько собирал этих заек, я столько собирал эту одежду, столько копил. А, он взял, падла, все и испортил. Обидно, слушай. Так, ты кто? Ты вроде никто, просто железка, да? Угу. Вот тут где-то за углом должен быть наш дом. Дом у дороги, в котором мы будем с вами жить. Где-то слева. Не понял, где ты? А, значит дальше. Значит, дальше. Так, ну тут много всего. И дрова есть. И вроде где-то зайки должны будут с утра потом бегать. Надо будет, наверное, поймать пару штук, высушить шкуру. Оставить здесь в домике. И когда мы будем возвращаться, мы с вами отремонтируем нашу шапку. Если, конечно, она не этот не разрушится до этого времени. Хотя тоже, чем я буду ремонтировать, у меня, по-моему, швейный набор поломанный. Тоже дилемма. Так. Ну, где ты, дом? Блин, такая идеальная температура у меня была. Я днем ходил и вообще не замерзал. Даже и не парился. Вот он мой домик, вот он мой хороший. Вот он ждет меня. Так, я сейчас зайду, сразу ложусь спать, сохраняюсь, и на этом серия все. Следующее уже будем с вами разбираться, что да как. И куда нам дальше двигаться? Наверное, нужно будет пройтись с углем. Здесь все поотмечать, пооткрывать с самого начала. А потом уже двигаться. Может, надо было убегать просто от медведя? Потому что чрезсигнальная ракета на него вообще не сработала. Вот, хижина альпиниста. Вот сюда заходим. Открываем. И ложимся сразу в басечки. Все, ребят. Давайте поспим с вами 10 часиков. Восстановимся. Сохранимся. А в следующей серии уже продолжим. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом.